Сегодня первый раз в лес идем. Все-таки надо, решил попробовать. Погодка у нас отличная сегодня. Прохладно, но солнце уже вышло. Думаю, сегодня подсакнем точно. Посмотрим, буду отпускать его сегодня, нет, не знаю. Шрек, куда ты пошел? Нам туда надо идти. Пошли, что ты стал? Ну что, отпустить тебя, нет? Эй, друг. Робот. Что ты запетлял какой-то волчара? Ну что ты, Шрек? Ты давай не отставай. У нас ролик опять на полчаса выйдет. Закружился, закружился. Ты что, мои следы, что ли, не понял? Ну как, тебе в лесу нравится, не? Пойдем до поля дойдем и домой.
обратно уже дорогу записывать не будем, наверное, потому что и так минуток много, да? Дорожка какая хорошая. Сюда с той стороны можно на автомобиле заехать. Я тут пытался панорамы снимать, вернее ездить на тот край. Когда горы были в тумане, ничего не получилось толком. В нашей местности эпидемия клещей. Сейчас Шрека какой-то новой фигней обработали. Не капли, а другой что-то. Сказали в магазине, лучше в этом году другой попробовать. Решили попробовать. С прошлой прогулки к лебедям, когда ходили, я с него снял 7 штук. Три присосались, 4 нет. Ну, присосались маленькие, больших так удалось. В основном, конечно, не я, продюсер снимал. И дочка продюсера. Мы со Шреком их только находим, да, Шрек? Пойдем, мой хороший. Нам сюда, Шрек. Если туда пойдем, то мы с тобой до обеда не вернемся, наверное. А у нас еще есть дела. С Серегой на велике надо. Можно было, конечно, в сторону отойти, грибы посмотреть. Но я в них не особо не разбираюсь. Как ты в грибах разбираешься? Скажи, конечно. Пойдем, пройдем до поля и будем возвращаться. Долго не будем ходить. Часа, я думаю, вполне достаточно. А вот туда, прямо. Пошел по тропинке. Шрек! Шрек! Туда, прямо нам идти. Ты че, блин? Лучше меня уже дорогу знаешь. Я не знаю ту тропинку, он уже нашел ее. Нам все время прямо. Свежие следы. Ты прям быстро пошел. Слушай. За тобой уже почти не успевал. Логово шкуродера обнаружил. Собак, кто не слушается, с тех шкуру снимают. Да. Сейчас я грибочка посмотрю, может, что-нибудь увижу. Пока мы видим только мох, по которому можно определить, где север, да, Ше? Я иду. Что там пахнет? Чем пахнет? Едой? Или волком? Ага, тут кто-то проходил, да.
иметь места, иметь. А вот и грибочки. Ну, это, по-моему, какие-то галлюциногены. Вот еще. Шрек. Я грибы нашел, правда, их такие, по-моему, не едят. Ну или едят один раз. Тут осмотри все, посмотри. Может, ты найдешь какой-то гриб получше. Тогда назовем ролик, тот человек нашел гриб. Я вижу поле. Вот, правда нашел, да? Кто-то собирал остатки гриба. Чего ты там? Давай, типичные кадры. Ты беги, а я за тобой. Кубанская возвышенность. Иди, мой хороший. Ролик закончим, да пойдем домой. В общем, с вами был пес Шрек. Заходите на канал, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И... До новых встреч!